комиссары Европейского конгресса местных и региональных властей посетили Ида Вирума. На прошлой неделе в Ида Вирума побывали представители Европейского конгресса региональных и местных властей, которые существуют при Совете Европы. Представители встречаются с местными самоуправлениями, союзы самоуправлений, встречаются с представителями государственной власти. И в этот раз выбор пал на город Ихви и Пайде. В Ихви были приглашены представители 6 самоуправлений. Это Силаме, Нарва, Нарва-Есу, Ихви и 2 волости – Кохтла и Люганузы. Также во встрече принимал участие руководитель Союза самоуправления Ида Вирума Арна Росман. Что представляют собой эти встречи? Комиссары этого конгресса проводят мониторинг того, как соблюдаются права местных самоуправлений, которые исходят из хартии местных самоуправлений, которую наша страна подписала еще в 1994 году. Каковы взаимоотношения местных властей и государства? Выполняются ли все те принципы, которые законодательно закреплены этой фракцией? Речь шла в том числе и о том, что очень многие функции государства передает местное самоуправление, и эти функции зачастую не сопровождаются финансовым покрытием. Речь шла также о том, что те задачи, которые определяются в том числе законодательством, которое предписывает местным самоуправлением государства, должны быть в первую очередь финансово подкреплены в базе местных самоуправлений. Вспоминался и 2007 год, когда наше государство урезало финансовые поступления для местных самоуправлений, а это сократилось отчисление подоходного налога, его процентная часть. Таким образом, волости, города, в том числе и наши, и Довирумовские, и город Силаме, лишились очень многих средств. Это миллионы крон по тем временам, а сейчас это уже миллионы евро. А что это значит? Это значит недоремонтированные дороги, это значит недофинансированные такие области, как образование, культура, социальная сфера. Речь шла, конечно, и об этом, и о том, что зачастую государство, не учитывая специфику местных самоуправлений, переводит те или иные государственные органы подальше от властей городов, тем самым заставляя людей тратить силы и деньги для того, чтобы добраться, например, в архив, который был переведен государством, например, из нашего уезда в Раковере. Ну, сами себе представьте, я говорю, люди зачастую пожилые, именно они чаще всего пользуются как раз услугами архива, вынуждены из Нарвы, из Силаме, из Ихви ездить в Раковере для получения тех или иных данных. Подобного рода мониторинг проходит раз в несколько лет. И по результатам этого мониторинга будет представлен отчет, который представляется нашему правительству, в том числе с рекомендациями Совета Европы, которые обозначают, еще раз повторяю, в первую очередь выполнение демократических прав местных самоуправлений на самоопределение и финансовую состоятельность. Для нашего этого города также важно, потому что мы являемся городом, у которого есть обязанности, которые предписывает государство, но, еще раз повторяю, все эти обязанности должны быть обязательно иметь финансовое покрытие со стороны того же государства. На прошедший в минувший вторник сессии городского собрания стоял один вопрос повестки дня – избрание от города Силаме выборщик президента Эстонии. Была создана избирательная комиссия для тайного голосования. После подсчета голосов председатель городского собрания Елена Коршунова была выбрана в коллегию выборщиков президента Эстонии. В минувший понедельник во всех школах города прошел День здоровья. Ребята выполняли различные упражнения, принимали участие в подвижных играх. Сегодня у детей Ванолиновской школы утро началось со спортивной разминки. Наши ученики проводят день на воздухе. Здесь, на стадионе второй школы, в парке и внизу на тропе здоровья. Спортивные виды проводят учителя школы. И целый день ребята будут бегать, прыгать, развивать и улучшать свои спортивные навыки.
раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Дмитрий, вы работаете учителем физкультуры более 20 лет. Скажите, пожалуйста, каковы тенденции на сегодняшний день вот, среди школьников занятий физкультурой? Ну, все знают нынешнюю ситуацию. Компьютер, инфотехнологии берут верх, наверное, с физкультурой. Физкультура сейчас, конечно, не на первом плане у детей. А в чем это заключается? Они отлынивают от занятий, у них плохая физическая подготовка, состояние здоровья организма. Можно сказать, что везде помаленьку и все сразу. И немножко стали лениться, и больше внимания, конечно, уделяют компьютерам и своим гаджетам электронным. И меньше внимания, конечно, уделяют своей физической подготовке и своему здоровью. Дмитрий, ну вот те упражнения, которые мы знаем с вами, они были разработаны в СССР в 30-х годах. Может быть, занятие физкультурой нужно обновить чем-либо другим, игровыми какими-то? Я не знаю, чем. Как учитель физкультуры, как бы ты сам видел бы развитие этих уроков физкультуры, чтобы заинтересовать детей? Мне кажется, сейчас довольно-таки разнообразная программа и включает в себя много и видов спорта, и различных движений. Мне кажется, придумывать еще не надо, да? Нельзя сказать, что это скучно и неинтересно. И это не стоит на месте, это с каждым годом развивается. Придумываются и новые виды, и новые комплексы упражнений. Поэтому нельзя сказать, что это вот как было в 30-е годы, так и сейчас. Ну, будем надеяться, что интерес к занятиям физкультурой и спортом у детей все-таки будет возрастать с годами. Спасибо. Я тоже на это очень надеюсь. Спасибо. Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Благодаря нашим занятиям вы научитесь слышать музыку, чувствовать ритм, разовьете слух, научитесь держаться на сцене. Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня мы начинаем наш комплекс. И внимание, первое упражнение, оно рассчитано для тех, у кого проблемы с щитовидкой, плохо пищеварение и проблемы с легкими. Исходное положение. Сидя на пяточках, руки на бедрах. Первое, что мы делаем, смотрите, рука, сжимаете большой палец, все в кулак, и правой рукой обхватываете левую. Все это переносите за спину. Начинаем. Начинаем со вдоха. Вдох. Затем выдох, наклон вниз. Задержка дыхания, руки идут вверх. Считаем на раз, два, три, четыре. Опускаем и начинаем вдох. Можно делать один-два раза, но не больше. Только через 2-3 недели можно уже сделать 4 раза и немножко побольше. Внимание, это очень серьезные асаны, поэтому надо следовать строго инструкциям.